Подстригли Альвиночку. Ой, какие волосики, сразу такие волосики живые. Ей даже расчесываться легче будет. Да, ты даже теперь сама можешь утром вставать и расчесываться, правильно? А то волосики прям запутывались сильно у нее. Да, концы очень путались. А прям такие живенькие теперь. Ну, здорово. Молодцы, красотка. Вон сколько состригли, да? Вань, класс. Сидеть. Тебе куда? Нравится, Альбин? Куда стоит? Подойди, сиди пока. Да, мы кое-что хотим там спрятать. Тебе нравится? Тебе нравится такая длина, Альбиночка? Чего ты тут выглядываешь? Кристинка постригала. Молодцы. А ты профилировала ей? Да. Кончики? Ну, здорово. Вот они прям мягкие, прям живые. Ой, ну здорово, прям я в восторге. Молодцы. Все, пойдем. Так, у нас наводят марафет. Мы готовимся. Куда? Подстрижки. На дискотеку сегодня пойдем. Ой, дискотека. Как это там поется песня? Песня «Золотое». Ты идешь? Давай, парикмахер, покажи мастер-класс. Я вижу, что он видит, что меня видно. Не видно тебя? Точно? Точно. Я сама лично буду монтировать. Ты у нас это, мы как его? Да, ты будешь сама лично. Всадник без головы, парикмахер без головы. Да. Парикмахерскую нынче ходить не модно. Я буржуйка. Парикмахер пришел ко мне на дом. Угу. Мне сообщение, пресс-конференция Владимира Путина. Ну, пойдемте. На пресс-конференцию? Мокрые волосы никогда не расчесываю. Гузялечка. Альбиночка, ты уже Гузялечка. Альбина кем только не была. Я Амалия, и Гузялечка, и Рушаной. Молодец. Альбиночку подстригли. Теперь за меня взялись. Следующий Рушан. Не. А чего? Я не доверюсь. Не, ну хотя бы в парикмахерскую сходишь. Ты сама сказала не стричься. Рушан, я такого не говорила, не сочиняй. Ну-ка поаккуратнее. Покажи, много вырезал. Совсем чуть-чуть? Да. Просто уже вылазит нечего. Тебе пока Кристинка своя отдаст. Ага, у меня там свои трипера, как говорит одна. Блогерша. Трипера? Угу. Там одна есть, сумасшедшая женщина. Жидкие-жидкие волосики. У Дианы? Нет, там одна есть девушка, говорит. Там нет женщины. Нет, просто сказала жидкие волосы. Ну, у меня они тоже не густые. Я 50% точно потеряла волосы, с ними больше. Куда ты их могла потерять? Я раньше могла две косточки заплести. Ну, сейчас можешь. Нет, сейчас даже одну не могу. Ну, раньше мы все были молодые, красивые. Так, это ты про что? Это ты про кого сейчас? А? Про себя. Надеюсь, только про себя. Конечно, про себя. Сейчас вон я стал. Морщины у меня, зубов нету. Так, пожалуйста, музыку выключите. Альбина, музыку выключи. Не включай, пока мы видео снимаем, музыку. Это я, извините, это мне прислали. Ничего страшного. У всех у нас морщины. Только у кого-то морщины от старости, а у кого-то много ржет. Ну, вот у меня от старости. А мы с Кристинкой ржали много, да? Ну, у Кристинки щеки есть, у меня морщин нет. У меня щеки сгладили морщины. Ну, можно показать? Нет. А у кого-то это зубов просто нет. Это у меня, да? Почему у тебя? Я присягла, у меня же здесь ушли зубы. Ты мне выбила. Так ты зачем их отпустила? Я их не отпускала, я их долго, кстати, не отпускала. Ну, в том-то и дело, что... Пришлось попрощаться с ними. Пока они у меня бедные, там, не сгнили и уже зарастать начали. Я их не отпускала. Я очень... Я не знаю, почему, но я такая трусиха. Ты меня петух в детстве напугала, теперь я все... А вы что, вы будете постригаться или это только кончики, это чик-чикой? Только кончики, да, Кристинка? А что, она тебя так это мулюет, как будто сейчас это будет тебя полностью постригать? Так она у меня профессионал. Я так стригу всегда, по прядям. А ты что думаешь, как ты стриг, так же буду? Ну да, выпрямил просто и все. А, я была в шоке. Так когда она мне сказала, вот так выпрями и подстриги, и все. Думаю, офигеть, парикмахер. Думаю, кто так стрижет? Я. Угу. Мне как сказали, так и подстриг. А, тоже ножницы не режут. Ну,
какие-то. Мам, вы же у меня бывший парикмахер. Чего не подстригаете меня? Мама с нами связываться не хочет. Бывших парикмахеров не бывает. Ну, мама мужчин стригла. Нет, мама универсальная. А, да, мужская универсальная. Так что, Рушан, мама тебя может постричь. Там она в парикмахерской с папой познакомилась. Угу. Кстати, в Бишкеке, да? В Бишкеке? Да, конечно. Ну, я думаю, точно не байкальский. Ну, это да. А то было бы прикольно, если бы приехал в Байкаль постричься. А мама что, приехала учиться? Что она здесь делала? Да, приехала поступать. Mm-hmm. Здесь первый класс закончила, уехали в Байкаль с комиссиями. Потом она там закончила 10 классов. У нас такие штапки крутые, Рушан, покажи, мне так нравятся наши штапки. И у тебя такие же. Да? Как называется? Филд. Ну, Фила, да. Ладно уж. Почему мы избрали тут здесь? Тут здесь. Ну, не помню, что около 400. Путаются, да? Путаются сильно. С кем это у тебя волосы путаются? Не знаю, я, короче говоря, это надолго, да? Мне сразу так легко становится. Даже когда... Почему-то мне кажется, ненадолго. У меня какой-то депрессняк, мне хочется постричь. Я постригусь, мне так легко. Маринка, вот тоже говорила. Ну, потому что вся депрессия уходит в кончики волос. Да, их нет, потом все стригаешь и все. Да, волос очень сильно напитывает эту плохую энергетику. И потому что... Потому что Анжелика подстриглась под мальчика. Наверное. Знаешь, Анжелика под мальчиком стоит. Ты уже видела ее? Нет, я еще не видела. Мы пришли, вот жду, думаю, сейчас вот-вот уже это прискочит сюда. Что я не представляю. Просто у нас третьего места нет, если что. Я просто этого ребенка видела последний раз, когда ей было 8 лет. Ты бы видела женские глаза, когда она узнала, что Янка все снова приехала с ребенком. Дианка. Дианка. Чего ты меня путаешь постоянно с своей подружкой? Я ей говорю, а я, говорю, сюда приехала, говорю, с ребенком, и у нее брови такие, опа, поднялись. И главное, и такая, да, минута молчания. Потом такая, как? Тебе, говорит, походу нравится, да, говорит, все, говорит, там, в школу, говорит, водить, да, да. Говорит. Потому что я же с Анжеликой тоже возилась, когда Женя в аварию попала. И я с этим ребенком возилась постоянно в школу ее устроила. Она даже ее в школу, да, устроила. Женька не могла ее устроить, она ее... В частную. Да, я пошла, договорилась, устроила ее, водила ее на утренники, потому что Женька долго отходила. Хотя бы, чтобы дала халат, чтобы накрылась. А ты чего? Ну, я тоже думаю, что я в него вцепилась. Ну, да, просто, чтобы теплее было. Угу. Концы не прочувствуются. Вот поэтому ребенок привык, привязался ко мне и ждет меня постоянно, когда я приеду. Я даже когда как-то приезжала сюда, да, вот мы 3 года назад приезжали, я в спортзал, помнишь, пошла? Ее с собой взяла. Она говорит, возьми меня хоть куда. Рушан, в зеркале мне видно? Девочке 10 лет. Нет. Не видно тебя, не переживай. Я думала, с ним что-то случилось. Вот это да, я говорю, Мишка. Дерик, тебе так удобно, да? Дерик. Ой, ты мой Мишка. Лежи, лежи, лежи. Кайфушник. Надо же, так лежит интересно. Я первый раз такое вижу. Ну как? Вот что со мной сделали. Надеюсь, только стресс я сняла. Коротко, да? Ты как думаешь? Коротко? Нет. Нормально? Да. Челку подстригли. Но мне кажется, я не привыкла очень короткие волосы. Блин. Рушан! А? Ну иди оцени. Ну-ка. Круто. Мне нравится. Супер. Хорошо. Правда, мне нравится, нормально. Смотри, не коротко? Да, не коротко, даже ровно. Что? Нормально? Нормально, прям как ты и хотела. Нет, хотела подвешивать. Все. Ну да ладно, отрастет. Теперь не пропадем. Отрастет, конечно. Надеюсь. Все. Ну пускай напишет.
напишет.